наш двор, где родился Дима. Мы только-только... До... Длинная дорожка мы до подъезда. Длинная. Помню, как с тяжелыми сумками. Ползешь, бежишь, бежишь, а подъезд находится самый последний. Сейчас солнышко. Здесь фотографировались, когда я была беременна. Подъезд. Внутри себя. Да, наша квартирка. Ходили. Вот в этом доме. Вот она, этой лоджии, ты спал. Да, 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 да. Может, мы будем жить там? Да, мы же продали эту квартиру. Уже все. Нет, скажи, может, ну давай лучше будем жить. Одна однокомнатная квартира, а там три. Вот середина. Вот середина декабря. Снега тю-тю. А, ну чуть-чуть вообще-то есть. Листочки. Вот тут фотография. Вот тут мы с тобой, помнишь, фотографировались? Я беременная была. Да, да, да. По-моему, даже вот на этой, что ли. Там как раз это. Сфоткались, и, по-моему, через неделю я уже поехала рожать, да? Да. А здесь были гаражи. Да. Прям в этот в ряд вот так стояли вот от этого. Убрали, деревья посадили. Один только остался, тоже надо убрать. Там вот зима, когда палисадник очень красивый, дерево красивое. Летом и зимой, и осенью, и весной. Ну, гаражи тут, конечно, мешали во дворе. И мусорка там рядышком. Ой, не знаю, началась, пацаны по гаражам прыгали. Да-да-да, я помню, не помню, что за звук такой, выглядываю в окно. А они там носятся, прыг, прыг. Здесь большой такой двор прям, огромный. Здесь вот. Здесь такая дорога широкая. Летом очень красиво, мне нравится. Вот она, Крымская площадь. Здесь раньше дом стоял, вот там, большой такой, с большим таким садом, таким девственным садом, сам по себе выросшим. Я думала, там фонтан, но там нет, оказывается. Трава уже такая серая, не зеленая. А представляете, был бы снег, и трава зеленая-зеленая. Как было бы классно. А, она горит, это фонарик большой в темноте. Здесь классный сквер сделали, прям классный. Мне нравится он. Ну, от нас он довольно далеко находится. Очень-очень далеко. Можно? Такая вот. Не-не. Корзиночки. Ой, собачка. Тяни ты меня. А, дед Мороз. Сколько всего интересного. Дед Мороз с бородой. Он всегда. С бородой всегда Дед Мороз. 300 рублей все. Ну, он же дед, поэтому с бородой. Был бы не дед, я был бы бородой. А почему он деда? Почему дедушка? Ну, не знаю, почему. Хлопушка. Купил хлопушку? Нет. Ты ее испугаешься до смерти. Конечно, испугаешься. Не бегай тихо, аккуратно. Дед Морозом. Да.
сколько тут вкусняшек. Уже лента у нас. Мячки. Рождественские. Так красивенькие. Шишек так не хватает. Классно. Сейчас возьмем ее. Возьмем ее. Круглые такие. Я здесь, здесь. Чего такое? Это контейнер, я не успел взять. А ты? Ну, хорошо. Нет, тихо, тихо, не трогай, Дим. Сейчас подожди. Мам, можно тоже? Подожди, чуть-чуть мешаешься. С папой я тоже выйду. Можно, мам? Нет, сейчас пойдем. Смотрим, форма силиконовый дорогой. Только, давай с папой. Давай с папой я буду. Можно? Куда папа делся? Ну, он там далеко. Далеко? Везде они сейчас. Тебя он обходить должен. А по ощущениям их 3 через камеру. Сфоткай, пап, через камеру их 3 штуки, смотри. Сколько они стоят? 250 рублей. Да. Ну, 244. Лестница лежит. Лестница лежит, и веник висит на веревках. А там белье он сушится. Так бывает? Бывает, видимо. Ты представляешь?